На реализацию нацпроекта здравоохранения выделят почти 1,5 триллиона рублей. Об этом заявил Владимир Путин на совещании в Кремле. Его посвятили модернизации первичного звена здравоохранения. Поликлиник, служб скорой помощи и фельдшерских пунктов. По словам президента, бюджетные средства нужно потратить с умом и получить необходимый результат. Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов у него уменьшится. Потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема. Поэтому нам, безусловно, нужно принять дополнительные меры по укреплению первичного звена здравоохранения. Напомню еще раз, мы дважды это делали из федерального центра в расчете на то, что это будет подхвачено на местах, в регионах, но этого не происходит. И в этой связи нам, безусловно, нужно посмотреть на всю организацию этой работы. Это очевидный факт. На совещании также говорили о нехватке кадров. Отдельного внимания, по словам президента, требуют зарплаты медиков первичного звена. Владимир Путин поручил правительству выяснить, насколько справедливо начисляются выплаты. Конечно, мы стремимся к тому, что нужно проанализировать всю систему уровня и качества организации заработной платы в первичном звене здравоохранения. Вот мы в целом по стране вроде как добились целевых показателей 200% по экономике региона. Но это далеко не везде так. В малых городах, населенных пунктах, на селе это близко ничего нет подобного. И вот данные, которые у меня есть, и которые так на встречах с людьми на той же прямой линии вылезают, говорят совсем об обратном. Основные мероприятия. По итогам совещания Владимир Путин поручил правительству к 1 октября разработать меры по модернизации первичного звена здравоохранения.